По случаю празднования Дня России бойцы ОМОН «Горец», Управление Росгвардии по Республике Дагестан поддержали всероссийскую патриотическую акцию «Я россиянин». Трое сотрудников стали почетными донорами России. Руководство детской республиканской клинической больницы имени Кураева передало командиру отряда полковнику полиции Рамазану Алиханову благодарственное письмо, удостоверение, нагрудные знаки и грамоты. Государственные программы добровольного донорства награждается. Один из бойцов поделился, что к донорству пришел он еще в 2014 году, когда к бойцам отряда обратилась за помощью молодая женщина, чей ребенок срочно нуждался в донорской крови. Мы с ребятами сходили в больницу, детскую республиканскую клиническую больницу, и с тех пор раз в 3 месяца на постоянной основе я сдаю кровь. Надеюсь, моя кровь спасла чью-то жизнь. Отметим, что на сегодняшний день свыше 60 сотрудников подразделения Управления Росгвардии по Республике Дагестан являются почетными донорами России.